74 kilo quarterfinal. Let's see. This is Tsargush in red. I don't know who he's wrestling. На ковер как приглашается Махач Мурдазалиев и Ибрагим Хамзалиев. Сейчас, уважаемые зрители, проходят схватки. 1/4 финала, 8 сильнейших борцов осталось. И буквально после этих схваток всего по 4 борца в каждом месте останется. То есть полуфинал. Самые главные поединки ждут нас где-то через 10-15 минут. Runs the ball.
how they like turn their head and do their rush. Wrestling with the ball, grappling. I've seen one dude who like made them both stop, he took them attention. No caution. You know, the finger wave. Each guy a finger wave and then get you every time. Наконец победу одержал Денис Тсаргуш, Московская область.